Sega. Команда Соника. Выбор файла. Это опции. Изменяй их, как ты пожелаешь. Это опции. Изменяй их, как ты пожелаешь. Выбери героя. Схватим его. О, да! Это происходит. А? А в чем дело? Вы полностью окружены. Сдавайтесь. Прицелиться, приготовиться. Огонь! Нет, наше оружие совсем бесполезно. Вступаем, быстро отойти всем. О да, это будет весело. Я с тобой потом повеселюсь. Давай, здоровяк, куда же ты? Ты ничего не знаешь, дурак. Это Каос. Бог разрушения. А? Что, Тейлз? Берегись, ты разобьешься. Тейлз, и что мне с тобой делать?
Нам лучше идти. Прыгни на панель номер 1. Она довезет тебя до панели 2 и 3. Прыгни, как только приземлишься на панель, иначе упадешь. Да! Да, неплохо. О, привет, Соник, давно не виделись. Я рад, что с тобой все нормально. А что случилось? Ты хороший пилот, и так разбиться. Я испытываю новую модель системы пропеллеров, но в ней есть еще пара недоработок. Хочешь воспользоваться моим самолетом, Торнадо? Нет, но тебе обязательно надо будет испытать мою систему подачи топлива. Опа! Ого, это же изумруд Каоса. Да, я нашел один из 7 изумрудов во время полетов. У этой вещицы огромнейшая энергия. И я подумал, почему бы ее не подключить к моему самолету, как суперзаряд. Ты обязательно должен прийти в мою мастерскую, Соник. Я должен тебе кое-что показать. Это в мистических руинах. Быстрее всего будет на поезде, пошли. Доедь на поезде до мистических руин. Нам лучше идти. Поезд до мистических руин скоро отправится. Нам лучше идти. Ага, это же Соник.
Посмотрите, это гигантское говорящее яйцо. Молчать! Я доктор Роботник, величайший ученый в мире. Как скажешь, яйцеголовый. Хватит, у меня большие планы, и сейчас я их осуществлю. Ты никогда не был хорошим. Теперь чего тебе надо? Мне нужны все изумруды Хаоса. Лучше не стойте у меня на пути. Иначе что, неудачник? Иначе я заберу у вас их силой. Все системы на полную мощность. Все системы на полную мощность. Неужели от этого никак не... Я с тобой потом повеселюсь. Ну это совсем не так страшно. Ага. О, нет. Иди, Хаос, время обедать. Хаос? О нет, это тот же монстр, которого я уже когда-то видел. Да, именно это и предсказали каменные пластины. Его сила увеличивается, когда я кормлю его изумрудами Хаоса. Когда он съест все 7 изумрудов, он станет совсем непобедимым и будет работать на меня. Вместе мы уничтожим вокзальную площадь. А на ее месте я построю город Роботника. Автоматизированный робот, которым править буду я. Давай, Хаос, найдем еще один изумруд, да? Соник, мы не можем дать ему уйти с этим. Ни за что, Тейлз. Без изумрудов монстр не сможет измениться, поэтому нам надо найти изумруды раньше яйцеголового. Нам лучше идти. Ветер сделает невидимую дорожку. Не бойся, иди через ворота.
Прыгни на панель номер 1. Она довезет тебя до панели 2 и 3. Прыгни, как только приземлишься на панель, иначе упадешь. Да! Да, неплохо! Выбери героя! Я иду, Соник! Все работает нормально. Все системы работают на полной мощности. Ой, это что? О, нет, только не это. Только не это. Я потерял управление, помогите! Снижаюсь. О, нет! Там внизу, берегитесь! Приятель, тебе повезло, ты так падал. Так что же случилось? Ты не мог попасть в такую аварию? Да, я испытываю новую модель подачи энергии, но она еще не совсем работает. Всегда можешь взять мой самолет, Торнадо, если хочешь. Но если мой самолет заработает, он во много раз превзойдет твой. Посмотри на эту систему энергии. Это изумруд Каоса, ух ты! Мне повезло, и я нашел один из изумрудов. У него неограниченная мистическая энергия. И я хочу заставить ее питать мой самолет. Пошли в мою мастерскую в мистических руинах, и я покажу тебе, над чем я работаю. Мы пойдем на станцию, сядем на поезд и доберемся в считанные минуты. Выбери героя. Ладно, пошли.
Сколько себя не помню, я всегда жил на этом острове. Я охранял главный изумруд ото всех. Не знаю, почему мне дали эту работку. Это, наверное, моя судьба. Моя судьба – быть здесь навсегда. Что? Что тут происходит? О нет! Что-то произошло с главным изумрудом. А вы кто? Это вы сделали? Я вас за это проучу. О! Нет, нечестно. Подождите. Что с тобой происходит? А ну вернись. Это было невероятно. Я никогда ничего подобного не видел. О нет, это начинается. Без силы главного изумруда остров упадет в океан. Мне надо найти части главного изумруда. Это будет нелегко. Части разлетелись повсюду. Надо начать поиски и посмотреть. Выбери героя. Сейчас моя очередь. Как мне скучно. Каждый день одно и то же. Другой день, то же место. Я скучаю по старым денькам, когда я болталась со своим кумиром Соником. Погоня за плохими ребятами. А как мы их взрывали. Но сейчас его нет, и делать нечего. Остается только ходить по магазинам. А Соником всегда было так интересно. Я по нему скучаю. Эй, что сегодня происходит? Сегодня солнечное затмение? Никто не предсказывал шторм или что-то еще? Яйцеголовый не может быть! Что это? А, смотрите, смотрите! Смотри, куда едешь! С тобой все хорошо? Ты, похоже, ушибся. А это что? Ай, ты чуть не переехал меня, идиот! Уходи отсюда быстрее!
Это был один из роботов яйцеголового. Он схватил тебя, а ты убежал, верно? Не волнуйся, я не дам тебя в обиду. Я постараюсь не дать нас обоих в обиду. Я буду тебя поддерживать. Четыре героя. Держись, лягушечка, я иду. А, что? Лягушечка, это ты? Ты немного странная. А что это у тебя с хвостиком? Погодите, она проглотила мой счастливый амулет. Вернись, что с тобой? Что-то не так. Мы же всегда были друзья. Лягушечка, подожди. Эй, лягушечка. Выходи, где ты есть? Где же может быть мой головастик? Выбери героя. Приготовление закончено. Отлично! Все системы на полную мощность. Посмотри на меня! Я твой гениальный создатель, доктор Роботник. Ты второй робот серии E1O0. E1O2 будет называться Гамма. Гамма. Это верно. Ты будешь слушать только меня. Я ненавижу этого Соника. Он всегда крутится у меня под ногами. Он всегда вертится у меня под ногами. Каос. Главный изумруд на своем месте. Но остров Ангел все еще падает. Чушь какая-то. Может, те изумруды Каоса, которые я взял с собой, имеют отношение к происходящему?
Я спрошу совета у Соника. Яйцеголовый. Это ужасно. Каос. Что? Яйцеголовый выучил урок. Теперь мы сможем отдохнуть. Соник. Привет, Тейлз. Ты нашел Торнадо 2? Не волнуйся об этом. Вставай и иди за мной. Остров Ангела опять падает. Нет, не пойдет. Кто сдул его на этот раз? Не знаю, но лучше поспешить. Ему, наверное, здесь очень одиноко. Соник, а? Извини. Наклз, яйцеголовый, что здесь случилось? Он украл мои изумруды Каос. И Каос все еще жив? Что? Он с этим не убежит. Эй, яйцеголовый, подожди. Соник, Каос страшный зверь. Если он съест последний изумруд, мы пропали. Не надо объяснять. Мы с этим разберемся. Тейлз. Верно. Что? А черт! Это место. Оно мне очень знакомо. Это не сон. Как все плохо. Убирайтесь с дороги. Не надо. Вы не слышали, что я вам сказал? Я не послушаюсь. Нам нужны эти 7 изумрудов, чтобы получить абсолютную силу. И это, и твои люди. Нам нужны все изумруды. Жадность – наш враг. Вы никогда не остановитесь и будете желать большего. Не делайте этого, я умоляю. Ха. Я не стану слушать ребенка. Готовы? Заряжай. Отец! А, это монстр! Нет! Нам лучше идти. С тобой все нормально? Я думаю. О боже! Нет, нет, нет! Подожди!
семь изумрудов — это слуги. Хаос — это сила, обогащенная сердцем. Контроллер объединяет хаос. Изумруды помогут превратить наши мысли в силу. Если этот изумруд контролирует эту энергию, ты должен остановить его. Соник, очнись! Мне приснился странный сон. Хорошо, что с тобой все нормально. Ты как будто мертвый. Наклз уже ушел. Мы должны найти последний изумруд. Веди меня. Он должен быть на борту Торнадо 2. Поезд до станционной площади скоро отправляется. Смотри, это Торнадо 2. Берем изумруд и уходим. Что? Нет, у него последний изумруд. Теперь что же нам делать? Если это не сон, тогда этот монстр — одна большая проблема. Яйцеголовый? Похоже, ему тоже нужен хаос. Я построил яйценосец 2 именно на такие случаи. Ты предал своего хозяина, глупый звереныш. Теперь тебя надо уничтожить любой ценой. С меня хватит. Да кто же ты такой? А, это ты. А что за этого хаоса в главном изумруде? Текал? Мое сердце всегда принадлежало главному изумруду и хаосу. Теперь оно заполнено злостью и печалью. Если так будет продолжаться, он разрушит мир, как он уже сделал это до этого. Смотрите, он впитывает силу изумрудов. Его надо запечатать в главный изумруд. А как это поможет? Он внутри останется ведь прежним. Его сердце не остынет и злоба не исчезнет. Он просто будет в вечной ловушке. У нас нет выбора. Соник. Эми. Вот, возьми. Ребята, в чем дело? Хаос использует только негативную силу изумрудов. Соник, тебе придется подчинить их настоящую силу.
Не хочу этого признавать, но кажется, Тейлз прав. Соник, вперед! Да, Соник? Соник! Соник! В изумрудах не только негативная сила. Наше доброе отношение друг к другу даст их положительную энергию. Наши сердца сделают огромную силу. Каос опять меняется, и на этот раз к лучшему. Да, Суперсоник нейтрализовал его, и теперь он хороший. Это Чао, которых вы защищали. Они долго существуют на Земле, и теперь живут с людьми в мире. Борьба позади. Восстановлена гармония, и жизнь продолжается. Большое спасибо. Все хорошо, что хорошо кончается, верно? Соник? А?